Спиральный камень вы найдете в личной архивной лаборатории Оливии в глубине комплекса. Мало кому довелось его увидеть, но раз уж вы оказались здесь не случайно, то, возможно, сумеете разглядеть то, чего не удалось нам. Это не ошибка, что он пришел в наше владение. Демоны предсказали его возвращение. Если он проснется, то миссия окажется под угрозой, потому что лишь он способен выстоять против них. Внимание всему персоналу Лазаря! Скоро состоится открытое собрание, на котором будут обсуждаться и решаться вопросы вооружения демонов. Небезопасный уровень демонического активирован блокировка светла. Добровольцы для участия в новой исследовательской экспедиции. Расширьте свой потенциал, испытайте нечто новое. Оливия активировала адскую волну откуда-то изнутри комплекса. Я надеялся, что она сможет противостоять их влиянию, но ошибся. Она оказалась слабее, чем я думал. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Masemecta, Cryos Eligma, and Mark Delar, Creon High, Olin Divino. Тебе не следовало допускать, чтобы его нашли. Ты подвела нас. Это была не я, это Сэмюэл. Он привел их к его гробнице. Прошу, мы можем исправить это. Я обещаю, ворота откроются по плану. Автоматический режим охраны включен. Все терминалы теперь доступны. Координаты? Да. Оно расположено в неразведанном регионе Царства Титана. Но чтобы создать портал, придется вскрыть еще один аргент-аккумулятор. Единственный аккумулятор в этом секторе в образце CD587. Вам придется вытащить его. Когда вы извлечете аккумулятор, он станет нестабилен. Вскрыв его, можно вызвать разрыв, способный вернуть вас в мир демонов. Мы определим вашу точку входа с помощью страховочной системы, которую я загрузил в ваш банный костюм. Нужно забрать горнило. Без него мы не сможем перекрыть колодец и закрыть порталы в ад здесь, на Марсе. Направить человечество по другому пути. В этот день мы сделаем свой вклад в их дело. От них зависит наше спасение. Поэтому я вытащил вас из гробницы в святилище Кадинге. Я знал, что она слаба. Наша работа всегда сопряжена с риском. Я освободил вас из вашей тюрьмы, чтобы вы помогли уменьшить этот риск. Я знал, что в случае катастрофы справиться с ним сможете только вы. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Требуется вырвать аргент-аккумулятор, питающий кибердемона. Дестабилизировав ядро, вы создадите разрыв, который отправит вас обратно в ад. Когда вы заберете горнило, мы вытащим вас.